Я рада, что ты снова пришел, мне прям так благостно. У меня утром был инсайт, и я решила, что нужно еще что-нибудь записать, интересно. На самом деле, я-то хочу поговорить сегодня о культуре, о нравственности, о морально-этических ценностях и все, что с этим связано. Потому что много всего происходит сейчас в мире. О политике говорить неинтересно, об экономике, да, а вот культура, как следствие всего, что происходит, тема, которая меня волнует. Что такое культура для тебя? Я вообще не понимаю, про что ты говоришь. Про культуру? Это культура, есть. Культура, есть такое слово советское, кулек. Угу. Там, когда люди учились в каком-то то ли министерстве культуры, то ли чего-то. Поэтому оно такое какое-то холодное. Культура, слово, похоже на такое какое-то здание советское, большое, такое холодное. Там ходят умные культурные люди, которым муза прилетает, потому что товарищ Сталин обозначил, кто у нас культурные люди, а кто сволочи. Вот, поэтому оно холодное, оно такое нравственное. Вот все нравственные слова, они холодные. Почему? Потому что они делят людей. На плохих, хороших? Ну да, да. Но а как же тогда к нравственности потом культуре? Нравственность для меня это там набор, некий скелет, который позволяет мне и, там, надеюсь, другим людям держать позвоночник. Ой, сейчас я буду про скелета в шкафу, про всяких нравственных. Ну как идет, но тем не менее. У всех нравственных людей есть внутри такой, которые достигают нравственности, там чего-то требуют, вводят законы, которые утверждают нравственность. Вот был такой прекрасный фильм «Интимные места». Вот там была тетка, которая нравственная очень, вот, и утверждала нравственность, а сама по себе там как-то она отрывалась уже, потому что она не могла справиться с тем, что казалось ей, ну, просто не... То есть все нравственные люди борются за какую-то абстрактную нравственность с кем-то другим, не принимая в себе просто теневых сторон. Поэтому, когда возникает борьба за нравственность или требования, чтобы другие были нравственными, там скелеты в шкафу, вот эти самые, о которых ты сказал, там их много. Так чем тогда руководствоваться? Нас много и в обществе, да, и вообще там в социуме мы все разные. Если у нас не будет там никаких нравственных понятий, морально-этических ценностей, чем мы должны... Есть внегласные там ценности и там что-то, какие-то нравственные принципы, которые мы все принимаем, и там в соответствии с которыми двигаемся, это регулирует наше поведение, отношения друг с другом и так далее. Можно, нельзя. А ты говоришь, что нравственность это там про набор скелетов, шкафу. Договоренность. Чем тогда руководствоваться? Вот есть кто-то сказал из великих мыслителей, что этика возникла, когда люди перестали чувствовать свое сердце. То есть они этику, этикет придумали и так далее. То есть и в этом всем, вот есть такие интересные американские фильмы, я что-то про кино больше сейчас говорю, когда вот нравственная семья, мама образцовая, папа вот такой, который работает, сын там или дочка за столом сидит, у них идет нравственная беседа, они, вернее, даже беседа не идет, они кушают. Вот они кушают, они этикет соблюдают, они... Вилочка, ложечка там, еще какие-то горничные подходят, подносят там свежие блюда. Но там мертвечина. Вот этикет есть, все правила соблюдены, но холодно. Вот я за то, чтобы было тепло. Вот Евангелие очень хорошее есть мысли, что закон Бога написан в сердцах у людей. В правилах, этикетах, нравственных принципах есть нужда, необходимость, когда люди... не слышат свое сердце, когда они из эги живут. Да, и когда начинают другому, ну, причинять то, что не хотели, что причинялось мне. У таких людей, ну, есть вот еще такая интересная норма, и вот госслужащие, нынешние этим очень сильно грешат, они, госслужащие, руководство, даже всякая церковная иерархия, то есть они позволяют себе то, за что наказывают и осуждают других. То есть вот эти люди, которые наверху там живут. Вот. То есть нравственность это способ, я сделаю ответственное заявление перед РИА Новости и другими информагентствами, способ одних людей контролировать и управлять другими людьми. Если мы говорим о социально разделяемой нравственности, да, если мы говорим о законе Бога, который написан в сердцах,
Ну, я понимаю, ну, например, там какое-то там насилие или оскорбление, или матюки какие-нибудь. Сейчас у нас закон тоже вышел, да? То есть я, ну, вот я слушаю, например, допустим, вот ты моя дочь. Да. Я не позволю себе сказать какие-то слова плохие. То есть я чувствую тонко, что вот так вот нельзя. Это совесть. И вот это когда ты начинаешь чувствовать, ну, как mm-hmm. нельзя, как может ранить другого, как другой может сконфузиться, оскорбиться или обидеться, или как я могу нанести рану. Ведь на самом деле есть, можно, соблюдая все этические нормы в разговоре, просто морально убивать человека. То есть добить его вот правильными словами. Один такой психолог, Дима Соколов, был, я когда-то прочитал книжку «Рассказка-терапия». Он говорит такие вещи. Я запомнил, это стихотворение в прозе, 4 строки. «Больше всего ранят правильные слова. О, собрат-психолог, закрой свой вонючий рот». Вот, то есть можно ко всему обязать, все объяснить, но в этом не будет тепла. Вот я за тепло. Я за то, чтобы когда ты приходишь куда-то, да, то было теплее. Я за то, чтобы в голосе была теплота. Да? Потому что есть хрустальные голоса. Они красивые, как ваза, но они холодные. А есть теплый голос человека, который просто какие-то слова говорит. У него даже слуха нет. Ну, музыкально. А мои года, мое богатство. Вот так вот как-то по-доброму, по-человечески. Если человек по-человечески, вот эти все правильные нравственные не нужны. Когда тебе теплее, когда мне теплее, мы с ним общаемся, нам тепло. Ну, не так, чтобы жарко, потому что жарко – это тоже дискомфорт. Вот я, например, парилки, бани некоторые любят, я не очень люблю, потому что ну, слишком жарко, слишком холодно. А слишком жарко – это когда много страсти, много эмоций. Слишком холодно – это когда бездушная нравственность. А вот когда вот по-человечески тепло, я вижу твои глаза, ты мои глаза, и мы сидим, просто улыбаемся друг другу раз, в какой-то момент затихли. И хорошо. Принципы важны, как некие, вот, некие опорные пункты. Для управления, да. Да. Для того, чтобы мне сделать тебя своим собственным адептом, я могу написать тебе 10 заповедей, 15 принципов, 12 шагов. И тогда, когда ты будешь не соответствовать, ты будешь чувствовать, что себя виноватый. А я буду говорить, ну продолжай, продолжай, работай над собой, работай. И таким образом я получаю ключи управления к тому, к тебе. Батюшка, а чем тогда руководствоваться? Сердцем. А совесть это что? Говорят, совесть внутренняя. Я не знаю, что говорят совести. Иногда совестью являются то, что мы воспринимаем за совесть как что-то великое, как совесть Бога, голос Бога в человеке. Это просто интроекты, это программы социальные, религиозные, родительские и так далее. Но чем мне нравится Христос, я не перестаю проповедовать Его, тем, что в какой-то момент, вот Он пришел к на землю, смотрит, люди все нравственные, религия существует, государство, а как-то несправедливо все и холодно. Он говорит, ребят, ну давайте потеплее, чтобы, да? Ну вот как-то вот холодно от вашего государства, от вашего чего там, от вашей религии, она излучает холод. Она оценивает людей и делит. От ваших каких-то привычек таких существующих. А поэтому им проще было с простыми людьми. Вот интеллигенция, все это, которая там, они его не поняли. Ученые мужи. А так вот с простыми, которые не слишком обусловлены были принципами. Я не выступаю, чуть-чуть сейчас гротеск. Я не выступаю против там каких-то правил, принципов существующих. Общество. Но главное, чтобы человек, потому что все правила не выучишь. Как внутри понять, правильно мне русле двигаюсь или нет? Комфортно мне, некомфортно? Что является внутренним компасом? Разве если я в контакте с собственным сердцем, если я опьянен жизнью, если я благословлен, да, то есть как бы, ну и разве я тебе причиню что-то, что может, ну, тебе. Я реально грешу, когда я не чувствую. Есть тебя. Ну, других тут нету сейчас. Ну вот. Когда я не чувствую, я пробиваю, достигаю своего.
я тебя использую. Угу. Потому что мне так, я так чувствую. Некоторых людей есть такой аргумент. Я так чувствую. Она больно всем делает и говорит, я так чувствую. Это правда. Нет, когда есть, я чувствую себя, я чувствую тебя. И мы находим какую-то общую волну. То есть ты видишь меня, я вижу тебя. Да? В какой-то момент, может быть, я не точно вижу, или, может быть, я галлюцинирую, я переспрашиваю тебя. Тебе хорошо со мной? Ты говоришь, хорошо. Значит, окей, двигаемся. А потом я взял тебе палец, так заломал, говорю, а сейчас, не, сейчас плохо, все хорошо, больше не буду. Я могу сказать, как-то в шутку сказать, только дурочка ты какая-то. Ты говоришь, мне это обижает. Я говорю, о, все, я слышу. То есть, я думал, что здесь такого, ну, такое слово сказать. Ну, не слишком обидно, тем более с любовью. Но если тебя это обижает, хорошо, не буду. Раз уж мы заговорили о понятии греха, я и многие из нас в основном зашорены в русской там, православной культуре, против чего я не имею ничего общего, я часть этой культуры. Ты хорошо говорила, против чего я не имею ничего общего. Ничего против не имею, да, я часть общего. Вот, мне тема греха вообще очень интересно о ней поговорить, потому что многие ее превратно понимают, в частности, мои родители, мои друзья, и я там, наверное, тоже. Ну, я не знаю, я это еще раз говорил об этом, это уже проповедь мне надоела, но один раз скажу для тебя. Грех, греческое слово «мартия», грех означает не попадание в цель, да? То есть я мимо цели, да? Метили мы в дамке, а мать прошла мимо. Да? Вот. То есть мы... А цель, еще одно коренное слово, какой целостность. Какой-то фрагмент меня отскочил от меня и чего-то достигает. Вне целого меня. Вне моего сердца. Я ставлю какую-то цель. Я иду там по трупам, я кидаю друзей. Я... игнорирую, то есть себе выгодно. Я тебе делаю сделку, и мне будет выгодно, но я знаю, что тебе это в проигрыш, но не говорю тебе, потому что мне выгодно. То есть это грех. Все, что лишает меня целостности, как с собой, так и с человечеством, с другими людьми. То есть, и вот это вот самое главное понятие, где я упускаю. У одного восточного мастера была ученица, которая периодически спрашивала его, возлюбленный мастер, в чем я упускаю? То есть, где я, какой-то фрагмент мой, щука, например, поплыла, а лебедь и рак остались на берегу. Ну, то есть, чтобы меня не растаскивало. Вот есть такое молодежное слово «растащило человека». Ну, он отчасти туда, часть туда. Если лебедь, рак и щука, то чего остается? Воз и ныне там. То есть, я не расту, я не двигаюсь, я не развиваюсь. Поэтому собираем под кожу, во внутреннюю целостность. И тогда я двигаюсь, учитывая и себя, и тебя, и все человечество. Как двигаться такого взаимодействия? Иногда в этом движении есть конфликт. Да, потому что если ты действительно будешь, исходя из внутреннего рычания, двигаться, тебя могут не понять. Но ты ориентируешь на свою целостность. Ты уходишь от людей, которые держат тебя в прошлом, контролируют тебя, которые не любят и не верят в тебя, но используют. Ты, осознавая это, ты уходишь. Ты выходишь из деструктивных отношений и находишь конструктивные. То есть одни люди приходят в нашу жизнь, другие уходят. Одни за нас вроде бы, а потом как-то против нас. Вот враги не предают, только друзья предают. Да, бывает, мы с этим встречаемся. Но очень важно, чтобы я мог собраться из любых отношений, из любого взаимодействия вернуться к себе, да, и честно быть самим собой. Основание вот слова нравственности дано в духе, да, что ты честен самим собой, и ты бережен пространству, в котором ты живешь. Вот и все. Спасибо сейчас за то, что ты сказал. А самое главное, я почему хотела бы вернуться к теме культуры. Время сейчас сложное, и немного людей, то есть я — это пространство и все, что я вокруг себя создаю, да, я себя чувствую творцом этой жизни. Многие люди перешли в такую стадию пассивности, происходя за тем, что у нас, вернее, наблюдая за тем, что у нас происходит в государстве, очень многие потеряли вот это ощущение авторства.
Мы считаем, что мы ни на что не влияем, и ничто от нас не зависит. Хотя я считаю, что культура и все происходящие события – это то, что я созидаю вокруг себя. Как вернуть, вот повернуть людей к себе и убедить их, показать им, что именно они носители всего, что вокруг происходит, в частности, того, что происходит сейчас там у нас в политике, в экономике и в культуре в целом. Я думаю, это не надо делать вообще, потому что люди в своем большинстве очень бережно и трепетно относятся к любым попыткам их изменить. То есть тут я не понимаю, как на такие вопросы отвечать в принципе. Потому что зачем? Если человек как бы готов, если он как-то ученица великого мастера спрашивает, возлюбленный мастер, в чем его пускает? Да, то найдется и мудрый человек, и поддержка, и разговор, как, то есть, услышать это, то есть, задать вопрос. Но никого менять не надо. Я даже не про изменения, батюшка, а про то, что я наблюдаю молодежь, и большинство из нас, из моего окружения, считают, что мы вообще ни на что не влияем. В связи там, с происходящими событиями в стране нашей. И как вот хочется зажечь, хочется вот как-то повернуть людей к себе, чтобы люди не просто пассивно свою жизнь проживали, да, вот там в собственном домике, а понимали, что все, что происходит, это зеркало нас самих. У меня вопрос даже не про то, как убедить, а про тему авторства в жизни, что я – это мир, который я создаю. Большинство людей, они вот как-то там, как улитки, как черепашки, им проще не вылазят. Тогда и внешне ничего не происходит. Если срез брать, потому что сейчас в обществе происходит. Просто становится обидно за нашу пассивность. Вот все, что происходит вокруг, мне кажется, это следствие нашей пассивности. Я еще даже не по гражданской позиции говорю, да, а про ощущение себя автором собственной жизни. Это красивый тезис. В жизни, да, происходит все несколько иначе. Как происходит? Существуют люди первые, и существуют люди вторые. И первые храбро ведут вторых туда, куда считают нужным. Если баланс, равновесие первых и вторых нарушится, то общество потеряет стабильность. Поэтому существует некоторая экология в этом мироустройстве, и к ней нужно прислушаться. Есть люди, которые смелые для того, чтобы создавать что-то новое, необычное, произносить свою правду, вопреки, может быть, всему и каким-то нормам принятым, то есть подавляющего большинства, вот какое слово-то красивое, подавляющее. Ну, вот. Есть люди, которые следуют. И переход из одной категории в другую очень редкий, ну, такой феномен. Вообще в истории? Ну да, да, конечно, вообще в истории. То есть люди, которые слушают чужую музыку, но не пишут музыки, чужие книжки, тексты читают, но сами не пишут. Люди, которые ходят, ну, куда-то поучиться, на какой-то семинар, но сами не могут родить то, чтобы других обучить людей. И поэтому не нужно ничего делать ни с кем. Кто-то говорит, я действительно беспомощная в этом, ну, как бы маленькая песчинка в огромном мироздании. И миссия этого человека – быть песчинкой. Кто-то последователь, хороший помощник, прекрасно справляется на вторых ролях. Если мотивировать, будь лидером, будь автором, ну, он скажет, внушить можно ему, ты автор, собственно. Говорит, хорошо, но он не сможет ничего творческого создать, если это идет только от идеи. А если, ну, изнутри, от избытка, кто-то из поэтов, помню, в прошлом веке сказал молодому поэту, который принес ему свои стихи, он говорит, если можешь не писать, то не пиши. То есть вот так, чтобы, когда от избытка, а не по плану. Поэтому ни с чем, никого не нужно ни в чем. Но если ты подлинный, ты приходишь к своим прекрасным ученикам там, или каким-то уважаемым радиослушателям, вот, и смотришь, что ты подлинная. А что такое подлинная, мальчик? Ну, как, не знаю, подлинность, аутентичная,
не знаю, настоящее. Про состояние. Вот скажем. Про состояние-то ты в контакте, ну, как мы уже говорили, но это все общие слова, но ты в контакте с сердцем. Угу. То есть ты улыбаешься, когда это происходит, не когда вот здесь вот на камере нужно улыбаться, потому что сейчас, уважаемые телезрители, вот, когда, ну, просто, ну, то есть тебе смешно, и ты хохочешь. У тебя внутри музыка, и ты пошла, вот идешь по Москве в районе Тверской, раз, начала ла-ла-ла-ла танцевать. То есть, и это ты ломаешь стереотип, ты ломаешь шаблон. Но ты не так, чтобы специально его ломать. Ну, ты не можешь удержать этот танец, и ты танцуешь. Ты не можешь просто победоносный клич такой. Яху! Вот, удержать. У тебя раз родилось, ты все. В этот момент что-то такое ломается в нашем вот этом мышечном нравственном каркасе. Мы становимся безнравственными, аморальными, нарушаем приличия, но мы живые. Вот. Вот ты следуешь, вот импульс пришел, ты следуешь. Ты как бы даже если ничего не рождается, и нет никаких слов от сердца, ну ты не говоришь, ну заготовками не работаешь. Потому что мы все умные люди, у нас там заготовки на все случаи жизни. Как вилочку там держать, как ножик. Там, как использовать столовые приборы, там, если ты в ресторане. Окей, ну просто вот как-то сегодня хочу палочками себе. Ну просто тогда почему тех, кто живет по сердцу, намного меньше, чем вот всех остальных? Этого не знает никто. Но есть, которые по сердцу. Вот бабушки есть простые, по сердцу живут. Я люблю так бабушку. Садись, молочка попей. Вот как-то она... Вот здесь вот есть вот... Слой простых, бесхитростных, искренних людей. Потом тех людей, которые загрузили социальные программы. И есть слой мудрецов, которые приходят к простым истинам. Простым-простым истинам. Ешь, молись, люби. Но они как бы прошли этот этап сложности и пришли к каким-то простым вещам. То есть устал, посиди там чуть-чуть. Вот, давай посмотрим, что-то посидим какое-то. Вот я книжку интересную читаю. Простые какие-то вещи. Вот простого человека, вот как вот этого простого, который от естественности, так и мудреца можно узнать по очень простой вещи. Не грузит. То есть не напряженно. Если ты встречаешься или с простой бабушкой, или с мудрецом, у тебя, ну, как бы, ну, нет такого, знаешь, этот неловкий момент, тут как бы что-то не так не сказать, как бы что-то не так не сделать, то есть ты чувствуешь, что твоя естественность приветствуется, то есть ты, а я вот с собой, классно, а вот можно полежать, что-то вот, а ложись, полежи, поспи немножко, я будить не буду. Вот такой какой-то простой посыл, просто ну, человек, ну вот устал, что она там в Москве, метро постоянно, ложись, полежи, и все. Батька, жизнь это вообще про что? Ну как ты так задаешь вопрос? Ну знаешь, был период, когда хотелось каких-то целей, достижений, там, не знаю, десятки книг, еще что-то. Я понимаю, я делаю, но жизнь-то течет, она и меняется. Ну, да, и да. Больше делаю, и меньше делаю. В покой попадаю и вот так. И про что жизнь непонятно. Не надо понимать. Если ты на волну села, зачем это понимать? Вот иногда какие-то слова. Вот выскажешь, и оно и застыло. Вот течет. Ты назвал это там течение жизни. Концептуально течение жизни. Смотришь в Яндексе, Википедия там. Все, вот оно тут сразу и все. И пропало. Ну просто раз и пропало. Вот есть вещи, которые не нужно предмечивать словами. Да, вот, например, вот тут часто очень люди, молодые люди спешат. Ну а как назовем наши отношения? Вот кто мы друг другу? Вот как только сказали, там, друзья, любовники, будущая пара, вот тут что-то застывание, какое-то схватывание происходит, такое, и застыло. Вообще против Веры? Ты вообще против Верочку? Я к тому, что вот пока течет жизнь, да, не надо спешить ее как-то оформлять. Ну, то есть, ну, это как, ну, реку мы можем зачерпнуть ведром, но в ведре вода перестает быть рекой. Понимаешь? Вот течет же река, красиво. Нет, давайте сфотографируем. Хорошо, но там уже застывший. Ну посиди, посмотри, что ты с фотоаппаратом тем носишься. Сядь, побудь у реки.
А нет, обязательно это на видео, на аудио. И иногда хочется, вопрос, какой цели ты носишь из фотоаппарата. Если ты просто отдыхаешь, то да, тебе не хочется ни музыки, ни фотоаппарата. Угу. Иногда же ты что-то создаешь, и тебе хочется вот поймать момент вот этого, вот этой самой жизни. Можно, но его ж не поймаешь. Нет, не поймаешь. Это очень такая свободная бабочка. То есть это птица, но свободная. Вот. Поэтому вот это хочется, чтобы мое, и чтобы уже гарантировано. Но оно же мертвое. Поэтому вот течет течение жизни. Где-то я теряю волну, где-то теряю красную ниточку. Раз. Так вот. Вот вчера встретились с человеком. Сегодня сидим, еще не встретились. Что ж такое? Да, действительно. Ну да, то есть вчера же было, а сейчас нет. Ну ладно, хорошо. Ну пусть так. То есть вот потому что вчерашний опыт или переживание становится каким-то стандартом, который я напяливаю на жизнь. А это было вчера. Вчера так все иначе. И все. И вот сегодня жизнь выразилась так. Сегодня жизнь выразилась как ни встреча, ни контакт, а холодность, отчужденность, страх, искусственность. Я могу с этим бороться, поставив цель. Нет более парадоксального утверждения, чем «будь естественным, чувствуй себя раскованно», и тогда мы что еще больше? Ну, сейчас вот жизнь выразилась как мертвая. Да? Прям так и есть? Так бывает. Так бывает. Вот, у моего друга жена умерла. Я хотела бы. Вот лежит, и в этом жизнь. Лежит тело человека, которого как бы здесь нет. Но в сопереживании, вот уже вечер, ночь, а завтра похороны. В сопереживании, в том, что мы здесь, очень много жизни. Да? А иногда вот как-то, вот какая-то вечеринка, и люди вроде должны что-то пить и есть салаты эти бесконечные. Иногда раз кто-то принесет какую-то искру и зажглось. А иногда и в этом может жизни не быть. Я не смотрю на форму. Я смотрю, есть ли жизнь. Вот так вот. То есть вот ежика поймал вчера. Вот, и в этом какая-то такая. Ну, я смотрю, он меня там убил. А потом я понимаю, ежику идти надо. У него дела. Но я пытаюсь удержать ежика, а он уж не хочет. Иди. У него, может, детки. Может, он мама, а вовсе не ежик, а ежиха. То есть, вот встретился аккуратненько. А может, даже на руки не брать. А иногда хочется, раз и отпустил. Как же аж понимать жизнь такой, какая она есть? Не как мы хотим, сквозь стереотипы. Вот ты говоришь, я же папа или мама. А так хочется, вот прям чистое воспитание. У тебя же это есть, зачем ты спрашиваешь? Ты же чувствуешь. Не всегда чувствую. Все равно как-то сквозь какие-то концепции, установки, вообще жизненный опыт. Как же жизненный опыт откинуть или чувствовать, как чувствуется? Не надо откидывать. Просто важно, чтобы жизненный опыт не управлял настоящим моментом. Все, что в жизни было прожито, много пройдено дорог, много встреч на людей, прочитано книг. Да, если оно становится фильтром восприятия для настоящего момента, мы не живем ведь. Мы думаем о том, что живем. Мы не любим, а думаем о том, что любим. Но даже когда я говорю, что Люсен, я не люблю тебя, я думаю о том, что люблю. В этот момент, в этом очень много жизни, в таком честном признании. Не люблю тебя. Но думаю, что люблю. Но в принципе отношусь хорошо, но именно вот этого нет. И когда я нахожу эту честную ниточку и достаю, показываю тебе, а ты говоришь, вот ты какой северный олень, понятно. То есть я как бы, я тебе тоже думал, я чувствовал. И вот эти вот это какая-то правда является основанием того, чтобы жизнь потекла, и люди сблизились. Если люди играют правильно, нравственно, ты понимаешь, да, морально, раз они друзья, значит, они должны там, вот, не факт. Вот каждый раз искать, вот, красную нить я называю. Ну, вообще-то, что ты ведешь? Это сложный вопрос.
Но я работаю над этим. Я тебе сейчас скажу. И это вообще к теме любви у людей, что это вот ощущение вот сейчас. Сейчас оно может быть, завтра нет, послезавтра вот что-то происходит. Да, и вот да, оно да. Вот, это да. Я вот про это хотела спросить. Да, ну то есть, подожди, я сейчас тебе скажу. Я тебя дружу, это точно. Я... Дружба – это форма близости или нет? Я... Это слова, и то, и другое сейчас. Ты слушай интонацию. Я тебя дружу. Я чувствую переживание сопричастности и восторга, когда в какой-то момент, устав от своих умных вопросов, ты где-то так раз и что-то спросишь меня. Да. Вот как бы вот меня. В этот момент у меня ликование. Потому что ты видела меня и ты спросила меня. Все. То есть я... Воу! Привет! Класс! Все. Вот. Я, когда ты спрашиваешь, не так, чтобы это для кино, для театра, для Первого канала, вообще или для НТВ. Да, вот как-то вот раз, вот, и как бы твоя вселенная приоткрылась моей вселенной. Когда вдруг тебе интересно про мою вселенную. А так, в принципе, я могу умно сказать, сделать вид, что это спонтанно и от сердца, но это будет умно. И я иногда на это ведусь, когда мне задают умные вопросы. Батька, получается, что мы с большинством людей, даже близких, вообще не встречаемся. Это правда. Потому что так сейчас прям вот да. Сидела, вот прям так вот да, почувствовала. Да, в улиточках люди сидят. И мы все на 98,5% были травмированы. Чем? Во взрослом возрасте или в детстве. Мы с чем-то очень открытым, нежным и трепетным шли к другому человеку. Мы показали какую-то грань себя. Мы показали свою слабость, свою уязвимость, свою беззащитность, свою нужду в другом. И вдруг в какой-то момент это оказалось неважным или ненужным. Или вот сидят люди и говорят о очень глубоких вещах. И вдруг телефонный звонок. Ой, извини, алло. Все, да? Угу. И все. И вот это. И тогда мы что делаем? Как мы тогда защищаемся, чтобы не было так больно? Я же тебе самое главное открыла. Ты куда-то в телефон, а может там вообще не важно. Угу. Да? Мы делаем симулякры. Такие. Мы делаем и, ну, как бы очень красивые копии настоящих цветов, но они пластмассовые. И чтобы не было больно, мы показываем пластмассовые, у которых копии из тех настоящих. Понимаешь? Да. Вот. И человек говорит, ой, какой цветочек. Ну, он мертвый. То есть мы рассказываем о каком-то вчерашнем чувстве, когда нас вчера чего-то такое коснулось, проперло, это еще в слова какие-то, в поэтические строки выразилось. А и вот сюда, ну то я не показываю никому, туда я больше никого не пускаю, потому что там человек на следе. То есть походил, там сказал, фигня какая-то, и я все, больше туда не пускаю. И вот это называется сердце. То есть, а в какой-то момент иногда бывает так трепетно, живо и больно, что мы и сами туда не ходим. Буду жить в башке, буду соблюдать нравственность, мораль, этикет, да, буду успешный. Какие тут критерии? Красивый, успешный, фитнес, все дела. Ну а вот это вот. А вот все. Но в тайне все равно у нас живет мечта человека встретить. Вот среди вот этого, вот этих, ну, живой цветок среди огромного количества этих фейковых, пластмассовых, не настоящих. И иногда вот покажи мне, ну что, как есть цветок. Жив ли твой лик цветочек? Как самой быть этим? Потому что же большинство людей видит нас через свои какие-то. И ты вот вроде идешь открытый, ну вот он я какая есть, да? А люди тебя все равно видят через свои страхи, установки. И ты в это бьешься, ты вроде открытый, вот весь, да? Как в них вот, ну, вот эту соединенность, искренность пробудить? А? Хочется же общаться, вот это же вроде открытый. Ты говоришь о каком-то активном действии. Мне кажется, что это нормально, что мы не находимся в перманентной открытости со всеми. И тут нравственность, мораль, этикет нам помогают. Мы вежливы, мы учтивы. Я соблюдаю какие-то границы, все. Мне не обязательно быть со всеми таким.
Вот. То есть, ну, в какой-то момент я забудусь и буду чем-то тереть переносицу большим указательным пальцем. И так задумчиво смотреть куда-то. И вдруг ты увидишь меня. Только не говори, сиди, сиди, не шевелись, я вижу тебя. Я так что-то смотрел, смотрел раз. То есть забылся. Иногда мы забываемся. Иногда это как бы с нами случается. Мы прорываемся через эти кордоны. И, но это никогда не происходит искусственно. Вот это какая-то такая естественная степень расслабленности. Ну, просто я понимаю, что мне безопасно с тобой. Ну чего, сколько время? Чего, я остаюсь или еду домой? Ты что, ну, оставайся. И мы сидели. Пол второго. Почему пол второго? Потом пол четвертого. Вот проверь. Вот если тебе нужно с кем-то, именно до сути. До пол второго говори о чем угодно, а в пол второго замолкаешь загадочно. И смотришь. И наблюдай. И произойдет. Я поняла, что я хотела спросить про культуру. Из того, что делаю я или другие люди из сердца, стоит ли это нести другим людям, вот как бы дарить? Стоит ли это делать? Я не знаю, вот просто делиться, не отклика ли с целью, чтобы они менялись. То есть я все время пытаюсь понять, привношу ли я что-то с собой в мир как-то вот. Привношу ли я что-то в культуру, которая там. Мне хочется создать что-то с собой, трансформировать. Я понимаю, что мир, он и так красивый для меня. Но тем не менее, когда я вижу... Если рождается чего-то, так скажи, чего-то, и оно будет. Можно же писать в стол, но рождается, при этом чувствовать свою неуверенность. Я не умею писать в стол. Я удивляюсь, как вот наши отечественные писатели-диссиденты по десятками лет писали в стол. Но интернет тогда не было и так далее. Мне важно реагирование на реальные события моей жизни. Вот я пишу там ВКонтакт, Фейсбук. Да. Вот чего-то раз отреагировал, написал. И мне важно, вот, ну, и классно так, что немедленная обратная связь. То есть люди сказали, во, как точно прямо, как будто чувствовали интуитивно, что так и есть. Но кто-то сказал это. Как так получается? Многие посты, которые ты выкладываешь там в Фейсбуке, в интернете, они синхронны, резонируют со мной, еще с моими событиями жизни и других людей. Вот именно раз что-то произошло, ты выложил, я думаю, о, это опять для меня. Как это происходит? Это волшебно, на самом деле, это же не только у меня. Что это такое? Это профессиональные секреты, я их выдавать не буду. Не, ну как сказать, ты смотри, ты же ты какой-то открытостью сердца, добротой, доверием, любовью, сонастроена, да, на меня. А я тоже на кого-то сонастроен, кто-то на меня сонастроен. Это такая единая паутинка такой любви, доброты, доверия. Вот доверие, здесь даже более точное слово, чем любовь и что-то такое. Ну вот, ты же эту волну внутреннюю, тонкую чувствуешь. У тебя есть внутренний поиск, как бы, вот кто понимает, где еще резонанс. Если ты живая, то это важно. Ты ищешь, где еще резонанс с тем, что я понимаю, с тем, что чувствую. Находишь раз, находишь два, находишь три. И таких людей немного, ну, в реале. Ну, есть какие-нибудь там популярные там Гришковцы или Максы Фраи, но все равно это же не лично тебе. А когда ты читаешь то, что я написал, ты же понимаешь, что это я лично тебе пишу. Да. Ну вот. Вот в этом секрет. Это волна. Это волна, это как, помнишь, были приемники, там точную настройку надо было настроить на какую-то волну, там радиомаяк, или «Голос Америки», или «Радио Свобода», или «Love FM». То есть настраиваешься раз на волне, все мы слышим. Ты понимаешь о чем-то. Это важное самое, что я хотела с вами услышать. Всем спасибо.